Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами Людмила, и мы варим на термомиксе. Сегодня мы приготовим с вами постный супчик рисовый. Для этого начнем мы с зажарки. Я взяла одну морковку пополам, луковичку пополам, налью туда маслечко. Все это я просто измельчу. Буквально на несколько секундочек. Лопаткой опущу все вниз, потому что на колбе у нас разбросала наши овощи по колбе. Опускаю все вниз. И сегодня я добавлю туда немножко грибов. Гуляющая собака в лесу наткнулась на лисички. Ну, цель не была собирать грибы, поэтому вот их немножечко, но пройти мимо не смогла. Мы их добавим туда, нашу зажарочку. На 5 минут поджарится. А за это время я почищу картошечку. Дорогие друзья, наш термомикс нас позвал, мы его выключаем. Кнопочку, чтобы он не пищал. Добавляем туда нашу картошечку. Строго, уже знаю просто сколько идет, примерно 450 грамм. Рис, я промыла его. Я беру рис, если кто живет в Германии, смотрит, в пакетиках который. Вот сюда идет ровно один пакетик, 120 грамм. Сольку. И экономля время, я закипятила воды. Можно, конечно, налить и холодной, но мне так удобно. Пока я чищу картошку, вода закипает. И для картошки полезнее, когда она заливается кипятком, а не в холодной воде. Добавлю еще лаврушечки, закрываю наш термомикс и ставлю варить. 20 минут. Температура 100 градусов. Ножи ставим в обратную сторону, чтобы наша картошечка и рис были целые. И ставим на помешивание. Вот и все. Легко, быстро и просто. Дорогие друзья, наш супчик сварился. Термомикс все сделал вместо нас. Посмотрите. Вся картошечка наша целенькая, рис весь целенький. И грибочки плавают. Добавим немножко зелени. Ну, а кто любит в прикуску, поставим к супчику еще лучок и наш хлебушек, который мы пекли в одном из роликов. Я вам показывала, как спечь бездрожжевой хлеб. Вкуснятина! Вот так у нас все получилось. Ну, а я желаю вам вкуснейших обедов, желание готовить легко, быстро и вкусно. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте нас дальше. А если у кого-то нету этой чудо-машины, вы можете написать мне, и я вам помогу ее приобрести. А я не прощаюсь с вами. Я вам говорю до свидания, до нового видео.